Всем привет! Хочу познакомить вас с моими подростками, которые снова распустились первый раз и радуют меня своим первым цветением. Подростки здесь и азиатские, и один подросток и голландский. Практически все меня порадовали, кроме одной парышни. Так что сейчас буду знакомить вас со всеми. Я в прошлый раз так волновалась, когда первое видео свое записывала, что я одну орхидейку, вот эту маленькую, даже забыла снять. Она просто простояла как муляж, и все. Поэтому покажу ее в этот раз. Пожалуй, начну с вот этой барышни, которая подвела. Ну, собственно, я от нее много не ждала. Я на 99% была уверена, что она будет без мутаций. Так что, когда ожидания не такие большие, то и я и не расстраивалась. Так что Аннушка в своем репертуаре, она показала свой характер. Цветочек, конечно, красивенький. Мне нравится ее контраст, вот эта белая губка. Цветочек замечательный, но это не бабочка, к сожалению. Так что 1-0 в пользу Аннушки. Вот так вот Аннушка сделала. Ну ничего, это единственная пока что орхидейка, которая свою мутацию не подтвердила. Единственная пока что вот в моем арсенале. Вот такая вот красуня у меня зацвела. Это Fuller's Sunset. Хотя они от разных поставщиков. Это Sun River еще называется. Но вот у меня было именно заявлено как Fuller's Sunset. Вот такая миленькая бабочка. Красивенькая. Форма чашечки. Все, как я люблю. Красивая губочка. Такая контрастная. Глазоньки. Красивая бабочка. И в серединочке она такая интересная. Замечательно. Тоже вот это я ждала ее распуска, чтобы снять вторую часть моих подросточков. Так что не подвела меня. Вот кто порадовал истинно, так это Виктория Лейс. Так что никакая Аннушка меня не расстроила. Вот если бы здесь у меня был трилипс или был бы что-то другое было бы, вот тогда я бы, наверное, расстроилась. Но считаю, что Виктория – это фантастиш. Это джекпот в какой-то мере. Цветок такой крупный, такой крупный. Ну, я замеряла цветочек 9 сантиметров. Правда, вот их только 2. Хотя моя Виктория, сейчас покажу, тут не особо видно, она замахнулась на каскад в 7 цветов. Но учитывая ее листики, сейчас тут видно, не видно. В общем, у нее 2 всего лишь листика и 1 фласочный. И я пришлось, короче говоря, все ей отщипнуть. Я оставила ей только 2 цветочка. Потому что я думаю, что если бы я это не сделала, чтобы она не загнулась благополучно. Ну, до чего хороша. Посмотрите на этот узор. А краешки какие. Просто как будто кто-то взял филировочные ножнички и вот все-все-все по краешку прошелся. Правильное название, конечно, у нее кружева. Вообще восхитительный цветок. Восхитительный. Мне даже страшно представить, когда это будет все каскадами. Какая это будет красота. И вообще, мне кажется, вот как крахелюр, как будто бы. Очень красивый цветок. Очень вот притягивает взгляд, приковывает. Прям не могу, нравиться. Спасибо Викулечке, что она не подвела. Вот. По сравнению с Аннушкой. А тут у меня подросток голландский. Вот это вот я заказывала в прошлом году. Были голландские подросточки, которые пришли только в торфяном стаканчике в размере 1,7.
маленькие. Я хотела очень... У меня есть клеопатрочка, я хотела дубль. Я так люблю этот сорт. Я так люблю эти крапулечки красивые, боже мой. Я вообще, ну, как фанатик старых сортов, вот таких вот проверенных, которые без бубнов цветут шикарно, которые сильные, никогда не болеют, всегда цветут каскадами шикарными. Я очень хотела. Первую мою клеопатрушку я нашла в Молдавии. Мне пришлось ее передавать друзьям. А эту я думала, ну вот, пусть будет дублик у меня. Честно говоря, я даже не особо рассчитывала. Ну нет, таки да, вот эта клеопатра именно старого образца. Вот тот же самый цветочек. Сейчас ее попробую достать. Да, ее тяжело, конечно, достать. Но попробую. Вот, что я хотела показать. Ее корневую. Это я просто, этот торфяной стаканчик, просто обложила корой. Ничего я не потрошила. И ничего не утаскивала, не убирала. И вот столько корней вот она мне нарастила. Так, ставлю на место, чтобы ничего тут не грохнуть. Вот такая у меня клепушка. Вот маленькие такие бабочки. Яркие, красивенькие, как мотылечки. Этот сорт называется Winter Delight. Вот, мультифлорочка такая. Красивая. Цветочки где-то сантиметра 4. Вот так вот. Не маленькие и не крупные. Я тоже думаю, что когда будут цвести шапками, будет очень-очень миленько, очень красивенько. Вот. Симпатичная. Симпатичная очень даже. Вот еще одна моя красота, которая порадовала. Немножко я тут ее закрепила, конечно, неправильно. Она у меня так выросла, я не заметила ее цветонос. И получается, он как бы вообще стал расти вниз. И когда я его заметила, он уже сформировался, закостенел. И мне трудно было ее как-то поставить. Я ждала, пока она раскроет все свои цветочки. Вот. И потом вот только сейчас его прицепила на держатель, на маленькую бамбуковую палочку. На шпажку. Я тоже так рада. Это Cherry Bomb ES2. Какой красивый цветочек. Он такой плотный-плотный. Плотной структуры. Неоновый кончик язычочка. Такая милая бусинка на колоночке. И глазки желтые. Симпатюлька. Замечательный сорт. Просто шикарный. Рада, что у меня бабочка, конечно. Тоже очень она меня порадовала. У нее 4 бутончика, 3 она уже открыла в цветочке. Вот, и еще один бутончик есть. Но по бутончикам я тоже сразу видела, что будет бабочка. Вот видно эту горбиночку, которую все архаманчики ждут. Вот. Это когда петали сложены. Именно вот это завщипчики. И по бутончику уже видно было, что это бабочка. Вот и так видно. И так видно. Впалые щечки и горбиночка. Вот на этой, очень хорошо на этом бутончике видно. Вот так вот даже. Вот если есть такая, как носик, как клювик, то будет бабочка. Так что вот у меня, я сразу знала, что у меня будет бабочка и очень была рада. Еще одна милая девушка, которая меня так порадовала. Так порадовала. Вот какой красивый. Она сложила букет. Пожалуйста, какой букет замечательный. Из 5 цветочков. И это несравненная Джанет Брэндон. Хоть все и говорят, что с Ice Cream это один и тот же сорт, но мне кажется, что все-таки у них есть некоторые различия. Я, конечно, могу ошибаться, но вот я сравнивала цветочек Ice Cream и сравнивала цветочек Джанет Брэндон. У Ice Cream вот здесь вот розовые всполохи у всех цветочков. И у Ice Cream губка оранжевая. А здесь губка желтенькая. И всполохов никаких нету. Цветочек вот однотонный, можно такой сказать.
Он, конечно, по форме очень красивый. Очень. Бабочка роскошная просто. Крупненькая. Я ее замеряла. Бабочка 7,5 сантиметров. Вот. Я смотрю, что сорт многообещающий. Будет пышненько цвести, потому что с первого раза вот так вот 5 цветочков. Замечательно просто. Ну, хотя у меня достаточно крупный пришел малыш Джанет Брэндон. Но я думаю, что она способна на многое, эта орхидеюшка. Вот. Порадовала меня очень. Очень. Вот она порадовала Черевоп и Виктория. И это просто... Просто мои девочки молодцы. Вот у меня еще открылся вот такой вот малыш. Вот такой малыш. Это Fuller's Gold Stripes. И это бабочка. Хотя вот я на фото видела другие, не такие резные. Но там разные были фотографии от садовника. Ну, то, что бабочка уже спасибо. Ну, вот она только начала открываться. Я ее тоже сюда поставила. Вот. Еще бутончиков у нее много. Отсушила где-то 2 бутона или 3 даже бутона. Хотя она стояла под самыми лампами. Может быть, ей жарко там, конечно, было. В общем, уже характер свой проявила. Цветочек не очень крупный такой вот. Где-то сантиметра 4-4,5. Симпатичная. Симпатичная бабочка. Это всполохи такие. Губка такая сочная, яркая. Я думаю, когда будет много таких мотылечков, тоже будет очень красиво смотреться. Так что хорошо, что я ее купила. Пусть будет, как говорится. Ну и скажу за вот этот вот цветочек, который я так мило пропустила первый раз. От страха, что называется. Покупался он как Формоза Cranberry Black and White. Никакая это не формоза. Абсолютно. То есть это чистой воды пересорт. Хотя в группе там особо люди, я так понимаю, не сильно разбираются. Всем все подходит, все все благодарили. Но это сорт не тот. Не тот совершенно. Хотя максимально, скажем так, приближенный. Но мне кажется, опять-таки выскажу только свое мнение, что таким образом вот недобросовестные бридеры вот так вот сбагривают сорта, которые у них не продаются, под видом тех сортов, которые люди хотят получить. Она, конечно, симпатичная. Мне вообще кажется, что это Cranberry Chacha. Вот. Бабочки маленькие, мотылечки вот такие. Вот смотрится хорошо. Каскадик сложила ровненький, красивенький. Он доращивает. Вот это вот она новая. Доращивает бутончики. Вот. Но в этой группе, в которой я ее заказывала, больше я не покупаю. Это уже не первый пересорт. И я вижу, что люди недовольны. Вот. Группу называть не буду. Не хочу обижать девочек, которые продают. Они, собственно, не виноваты. Я, конечно, понимаю, что это все поставщик виноват. Но тоже надо как бы смотреть, с кем имеешь дело, скажем так. Для себя оставила буквально несколько групп, в которых буду заказывать подростков. Остальные пройдут мимо. Вот такие у меня подросточки. В этот раз ты вроде никого не забыла. Всех показала. Анушку показала. Клеопатрочку показала. Все. Winter Delight показала. Брэндон. Черри всех показала. Так что вот мои красивенькие маленькие подросточки. Щедрое на цветение. Меня так порадовали. Всем желаю всего самого наилучшего. Мира всем и добра. Увидимся скоро в 3-й серии. Потому что новые подросточки уже зацветают. Всем до свидания и до новых встреч.